Совершить перемены можно только сообща, уверены сотрудники предприятия «Шереметьевские торты». Это крупнейшая кондитерская фабрика «Химок». Сотрудники предприятия помогали горожанам во время пандемии, предоставляли продукты питания, устраивали праздничные чаепития в социальных учреждениях, обеспечивали продовольствием медиков в красных зонах. Теперь работники предприятия собрались, чтобы выдвинуть свои инициативы по улучшению родного города. На собрании были приглашены лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Люди очень инициативные, их беспокоит комфорт проживания в городе. Инициативы были выдвинуты по поводу озеленения дворов, касающихся улицы Мельникова. Все их инициативы сегодня были услышаны. Естественно, все будут загружены на сайт голосования. Активные сотрудники предприятия выступили с предложениями озеленения района, укладки пешеходных и велодорожек. Несмотря на то, что 9 мая мы как раз о тех территориях, о которых шла речь, мы были и высаживали деревья, ну, как бы есть предложение продолжить это. Поэтому я уверена, что инициатива будет поддержана большинством горожан, а будут проведено рейтинговое голосование, и я уверена, что мы будем высаживать деревья, продолжать дальше. Не забыли сотрудники и про облагораживание прилегающей территории. Хорошо побеседовали, люди выдвинули свои инициативы. Очень интересная инициатива в плане озеленения улиц Молодежная, это новых микрорайонов города Химки. Также коллектив очень интересно заботится о своих рабочих местах. Высказал пожелание также свою, прирабочую территорию облагородить и сделать ее лучше и комфортнее. Очень интересные, позитивные люди. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Татьяна Кавторева отметила, что трудовой коллектив кондитерской фабрики принял решение провести опрос между всеми работниками и сформировать полный список инициатив, которые впоследствии направят в штаб движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» для размещения на сайте. Ознакомиться и проголосовать за уже существующие инициативы на сайте сотрудники предприятия смогли прямо во время собрания. Кирилл Петухов, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.